Всем привет! Сегодня суббота, 8 июля. Пришлось мне приехать на базу. Сломалась насосная станция водяная на ней. Короче, сломался этот автоматика. Завтра куплю, починю. А вот приходится наблюдать вот такую красоту. Солнышко на закат идет. Народу там впереди, не буду увеличивать, но там много людей. А самое главное, вон Света с очком ловит азовскую креветку. Обалдеть! Оказывается, сейчас она пошла. Наша уборщица вчера наловила вообще очень много, заморозила. Азовская креветка считается очень вкусной креветкой. Ну и хочу огорчить немножко. Вижу я на берегу, прям так много медузок выбросила на берег. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот видите, какой кошмар, а? Водичка свеженькая, ну вот, видите, медузок, ну они какие-то маленькие, но что-то повыбрасывало. Так что такая-то обстановочка. А мы сейчас спросим Светы, много ли наловила она уже креветок. Я быстренько. Ого, нифига себе. Блин. Сейчас повыпрыгивают. Вот это да, вообще. Еще не мешай, время идет. Ого, вообще как красотень, а. Куча креветок. Красивая картинка. Ну, уже, блин, куча медуз тут. Так что такая-то обстановочка. И попробуем замерить температуру водички. Какая-то она мутная, прям вообще. Может быть, из-за того, что куча креветок. Уже полную кастрюлю наловили. И какой-то запах идет с Азовского моря. Прям такая мутная. Много рыбы какой-то мелкой под берегом. Вода посвежела, 24,8. Ну и чувствуется. И вот такая вот красота. И запах, конечно, есть от моря сегодня. Так что вот такая-то обстановка, как есть. Но красиво. Гляньте, какая красота. Сегодня такое Азовское море, завтра может и без медуз будет. И креветка. Вот такая красота. И прям активно ловим. Но людей особо я не вижу, чтобы купались. О, медузу поймала Света. Медузу поймали, еще креветок тут наловили. Много. Так что, как-то так. Вот такая вот обстановочка с Азовским морем. Сегодня я, конечно, обрадовался, что креветка, но огорчился очень сильно, что вот медузы прям прибавилось. Ну, такая красота. Уже прям так что как-то так. Ну, там вижу, кто-то зашел, купается. Птиц много. Птиц очень много. Конечно, тут кормовая база сейчас для птичек. И не взглянем на небо. Как-то так. Всем пока.